Музыка, танцы, яркие наряды. От пестрых красок кружится голова. Сегодня на паркете выступит более 600 пар. А пока последние приготовления. Надо поправить макияж, сделать прическу, как девушкам, так и юношам, надеть костюмы и, конечно, подкрепиться перед выступлением. Одни заканчивали работу над образами, другие разминались на паркете. Ну а в малом зале самые маленькие участники соревнований уже танцевали. Улыбка, четкость движения и ча-ча-ча. Танцоры перед выступлением сосредоточены и серьезны. Но все меняется в одно мгновение. Музыка. Вальс. Соревнования проводятся на высоком уровне. Если 7 лет назад конкурс успевали провести за полдня, то сегодня это двухдневное состязание на звание лучших. Мы можем присваивать разряды спортивные. А для вообще танцоров и людей это очень важно, особенно тех, кто сдает экзамены в институты. И мы можем присваивать разряды вплоть до первого взрослого, потому что это муниципальный турнир, вот это безумная приятная новость, и поэтому, конечно, вот столько людей сюда приходит. Красивые движения, улыбчивые лица, а за этим стоит большой труд. Мы тут уже с 7 утра. То есть почти вот 10 часов. Да. Вот у меня устала Аня, вот это моя партнерша. Ей очень трудно сейчас. Ну, а так мы в целом все делаем, все работаем и трудимся. Вот. Да, вот все хорошо. Тяжелый, но очень красивый вид спорта. Это признают и сами танцоры. Ну, движение очень красиво, потом костюмы очень тоже нравятся. Тут разные виды танцев, то есть не однотипные. Мне сразу понравилось. Ну, я теперь стал прямо ходить и спокойно. И могу спокойно прямо ходить спокойно, и все. Тут девчонки красивые. Яркой команды танцоров из Москвы на паркете Видного уже второй раз. В прошлом году они были первыми, но сейчас не спешат делать выводы о том, кто победит. Так, на финал, на полуфинал хочется рассчитывать. Сильные пары. Да, сильные соперники в этом году. Два дня праздника красоты и грации подошли к концу. Впереди подведение итогов. Но кубки, призы и грамоты спортсмены получили уже сейчас. Екатерина Чернышова и Адамия, Видное ТВ.